Ракетоноситель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник нового поколения. Аппарат обеспечит беспроводной интернет на суше, в море и в воздухе. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спутник весом почти 7 тонн стал самым большим к настоящему времени грузом, который Falcon 9 когда-либо выводила на орбиту. Отмечу, этот аппарат уже четвертый по счету в системе Global Express, которая призвана обеспечить беспроводной интернет с связью пассажиров, самолетов и морских судов.